Из кинологов в сварщики в рамках нацпроекта «Демография» стартовала бесплатная переподготовка кадров по программам WorldSkills. Чувашия – первый регион, который присоединился к проекту. Обучение началось с профессии сварщика. Сергей Кириллов еще совсем недавно перевозил продукты. Случайно увидел объявление об обучении на сварщика и решил попробовать. В первое время, как начал, конечно, было очень трудно. Но постепенно, когда с каждым днем все становится лучше и лучше, очень приятно и очень хочется научиться как профессионал, конечно. Но это не все так просто. Сергей уже планирует пойти работать на чебоксарское предприятие «Сеспель». Устроиться туда же хочет и Роман Скворцов. Но если Сергей осваивает профессию с нуля, то Роман пришел повысить квалификацию для работы на современном оборудовании. Он специализируется на ручной сварке, а на предприятие требуются сотрудники, владеющие полуавтоматической и аргонной. Раньше я работал в районах Крайнего Севера, что очень далеко от моего города. То есть это, можно так сказать, в холодных условиях, в холодных, тяжелых условиях. Работал достаточно долго, потом у меня появилась семья, и я понял то, что находиться вдали от семьи очень тяжело, тяжко. Я решил немножко поменять специфику своей работы и устроиться здесь, в своем городе. Теперь я смогу работать на этом предприятии, получать хорошую, достойную зарплату. Развитие практических навыков по востребованным рабочим профессиям – именно на это нацелена программа. Например, только в Чувашии есть более 250 вакансий сварщиков. Преимущество данной программы обучения заключается в том, что помимо документа о квалификации, участник, слушатель программы получает паспорт компетенции. Это документальное подтверждение уровня подготовки молодого специалиста. Помимо сварщиков в регионе востребованы швеи разных категорий, слесари, повара, водители и другие специалисты. Прием заявок на участие в бесплатных программах обучения продолжается. С информацией о том, как подать заявку, можно ознакомиться на сайте express.worldskills.ru.